будет о несостоятельности мифа о превосходстве французских женщин. И своими впечатлениями от недавней поездки в Париж с нами сейчас поделится Андрей Чернодаров. Фиалковый букет. Я очень ясно вижу, я чувствую нутром, как с нею по Парижу мы запросто рванем. А также мне сдается, что, глядячи на нас, от зависти загнется весь технимон Парнас. Что справа глянь, что слева, один сплошной близир. Она ж чиста, как Ева, и прохладна, как пломбир. И вся одета в смелых таких полутонах, а я при этом в белых штиблетах и штанах. И если, скажем, будет тяжелым мой карман, тогда мы с ней, как люди, зайдем в кафе Шантан. И там, купив совсем случайно фиалковый букет, ой, найдем чрезвычайно отдельный кабинет. Допустим, предположим, а вдруг, а может быть, что там как раз мы сможем себя уединить. По глянцевому краю шурша пройдет игла, и тут же заиграет пластинка из угла. Одна из тех мелодий, что так приятны нам, чего-нибудь на вроде «Дарьям, дарьям, дарьям» потянет, одурманит под аккомпанемент. И тут, глядишь, наступит решительный момент. Но может так случиться, чего я так боюсь, внезапно омрачится наш радужный союз, когда красоток всего мира единая черта, ой, попрет из-под близира рязанская тофта. И вдруг она как ахнет, 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 ахнет. Понюхайте, как пахнет фиалковый букет. Отскочит, отвернется, по-своему права, а мне уже придется подыскивать слова. Потом-то все, наверное, окончится окей, но сколько ж надо нервов у нас, а ну ловчей. До боли мне знакома вся эта благодать. Опять же, будь я дома, я знал бы, что сказать. У нас бы я не стал бы терзать, мадмуазель. Подумаешь, сказал бы, какая цитадель. Еще сказал бы, мол, не жалко, возьмите ваш платок. Это ж парижанка, а западный восток, кругом одни загадки, того гляди, сгоришь. Поэтому, ребятки, не еду я в Париж, пою красивым басом и дергаю струну, все крепче с каждым часом, любя свою страну. Хожу пока на топу среди родимых стен, и не стремлюсь в Европу, на кой она мне хрен. Хоть губы ваши жарки, довольны я вполне. Прощайте, парижанки, скучайте обо мне.